В актовом зале первого филиала поликлиники номер 166 проводят занятия курса «Здорово жить». Здесь участникам проекта «Московское долголетие» рассказывают о том, как бороться с сезонными заболеваниями, такими как, например, ОРВИ. Тема сегодняшней лекции посвящена профилактике ОРВИ и гриппа. Польза таких лекций колоссальна, потому что мы информируем наше население с целью уменьшить количество больных пациентов.